Сорт томата немецкая земляника оранжевая. Это высокорослый сорт. Высота куста может достигать до 1,80 м. Среднего срока созревания 110-120 дней проходит от всходов до сбора урожая. Это старый немецкий крупноплодный сорт. Плоды по форме вот такие вот сердцевидные, желто-оранжевого цвета, с таким характерным носиком. Масса плода бывает от 250 грамм, и некоторые плоды достигают до 500 грамм. Сорт очень урожайный, кисть сложная. В кисти бывает до 10 плодов различной величины. Еще этот сорт отличается длительным плодоношением. Вот так выглядит плод в разрезе. Очень мясистый и со вкусом настоящих деревенских помидор. Сорт подходит для употребления в свежем виде, а также можно приготовить очень вкусный томатный сок. Сорт подходит для открытого грунта и для теплиц. Попробуйте вырастить этот сорт у себя, и он порадует вас замечательным вкусом и большим количеством плодов.